Это единственный ребенок в этом отделении, у которого есть волосы. Густые волосы – гордость Ренаты, однако рак девочку внешне все-таки изменил. За полтора года она поправилась на 20 килограммов. Мне нужна эта помощь, потому что без нее я не выживу. Родители уверены, спасти дочь можно только в Германии. На операцию по пересадке костного мозга необходим 21 миллион рублей. Таких денег у семьи нет. Помочь Ренате может каждый. Номер телефона матери девочки сейчас на вашем экране. Любыми путями мы должны это сделать. И не только мы, должны нам люди помочь в том, чтобы вытащить эту девочку. Сейчас в ДРКБ Рената получает исключительно лекарственную терапию. Этого пока достаточно, утверждают врачи, и предлагают ждать еще 3 месяца. Мы ответа не получаем и видим, что действительно ребенку не лучше на этой фоне терапии. Вот только тогда рассматривается этот вопрос. Лечение за рубежом – это как бы инициатива и желание самих родителей. Однако родители Ренаты намерены уехать в Германию как можно скорее, как только деньги будут собраны. Юлия Шабанова, Дмитрий Ермаков, телеканал «Эфир».